Привет! Меня зовут Катя, и сегодня я расскажу вам о приятных бонусах. Каталог детских лагерей incamp.ru существует уже 6 лет. За это время более 50 тысяч родителей воспользовались нашим сервисом. Мы ценим каждого клиента и поощряем вашу лояльность бонусной системой. Что такое бонусы? Один бонус равен 1 рублю. Мы заботимся об экономии вашего бюджета. Используя накопленные бонусы, приобрести путевку в детский лагерь можно по еще более выгодной цене. За что же можно получить бонусы? Каждое действие на сайте сопровождается поощрением. Давайте разбираться пошагово. Шаг первый. Вы пришли на сайт, зарегистрируйтесь и подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получить первые 150 баллов на ваш бонусный счет. Шаг второй. Вы сделали бронь и решили оплатить путевку. При онлайн-оплате на нашем ресурсе вы получите еще 150 бонусов. Шаг третий. Ваш ребенок съездил в лагерь, и вы написали отзыв. Поздравляю, еще 300 бонусов отправляются на ваш счет. Следующий шаг. Наступают следующие каникулы, и вы вновь зашли к нам на сайт в поисках интересного предложения для отдыха вашего ребенка. Выбрали лагерь, забронировали. А после оплаты повторной брони вам начисляются еще 300 бонусных рублей. Ах да, еще момент. На день рождения вашего ребенка вам также отправляются 150 бонусов. И еще. В нашем каталоге есть ряд лагерей без скидок. Но не расстраивайтесь. За оплату путевки в такой лагерь вам будет начислено до 1000 бонусных рублей. Как же потратить бонусы? Вы можете использовать любое количество бонусов с вашего бонусного счета в момент бронирования путевки на сайте. Обратите внимание, что бонусы действительно в течение 2 лет с момента начисления. Берите на заметку и пользуйтесь с удовольствием. Задавайте ваши вопросы в комментариях, и мы постараемся на них ответить.